Я с большим удовольствием сообщаю о том, что в Российской Федерации, в городе Москве, открывается представительство западного Курдистана, сирийского Курдистана. Это является для курдов историческим событием. И сыграет, я думаю, надеюсь, что политическом решении курдского вопроса очень такую эффективную роль. И я хотел бы поблагодарить всех тех, кто сегодня пришли, кто поддерживает курдский народ. Я надеюсь, что открытие представительства западного Курдистана в Москве будет хорошим прецедентом для того, чтобы и в других уголках земного шара открывались такие представительства. الإيران ونرتيه موسكو بروجواي كردستاني أنفدكن كي بيدارن كوبيبي في وندية كي خاش دستاني نبري روجواي وروسيا بي от имени народов западного Курдистана и от имени курдского народа я выражаю свою благодарность и пожелание о том, что это представительство сыграет свою значимую роль в укреплении российско-курдских отношений. И, конечно, это удалось достичь благодаря тем усилиям молодых парней и девушек, которые сражались очень храбро и героически погибли, отстаивая свободу своей родины, западного Курдистана. И это открытие мы посвящаем всем тем матерям и родителям, которые потеряли своих детей в героическом сражении в защите западного Курдистана. Спасибо и добро пожаловать.